Проверим аддон. Может быть, он пиздит. Давай. Интересно. Я посмотрю и полученный урон, и еще и детали смерти посмотрю. Ну вот, По например... идее, Хэлла не косячит. Не, ну это все понятно, это все охуенно. Я тоже вот не косячу, но и ловлю духов иногда тоже. Не, бывает, бывает. Он, видишь, мстительная тень — это дух. Атака ближнего боя — это значит, ты словил атаку. А в кого он атакую, атаку доносит, это, ну, то есть он урон наносит автоатакой своей, об того он взрывается. Ну и Вихторка. Почему-то я даю на пул, это но ты... что-то не работает. Все заебись на первой фазе, это то же самое. Вот на второй фазе вот эти духи, вот одного духа выхлопнули, сразу 7 тел влегло. А одно человек тело... себя прибил нахуй глыбой. Хэлло, ты как не успел отбежать от духа? Ты можешь нам рассказать? Да все, нахуй, не надо... Нет, а не начинайте эту хуйню, ешьте рыбу. Я просто еще... чел так уверен. Да все, не надо, блядь, все, хватит нахуй. Другой раз после рейда попиздим. Не хочу эту залупу слушать. Давайте, блядь. Сейчас вы не хлопнете, и сразу босс падет. Упадет. Просто один хлопок минус 5, минус 7, нахуй, это совсем не весело, вы это сами знаете. Надо констатировать факт, что все лучше и лучше. Ну, конечно, блядь. Да, мы уже... Да, не лучше, блядь, если на одном и том же месте. Блядь. Погоди секунду, я еще скажу кое-что. Друиды знают, что они могут контролить только одного человека циклоном? Просто я по КД вижу, что люди из циклона просто падают посередине циклона. И кто-то другой поднимается. Ну, если... допустим, если эта ситуация взяла в контроль... Вот я в Адикон взяло в контроль, квадрат кинуло на Геншин, я на него кинул. И смотрю, Малефицист бежит нахуй без контроля. На нем луна там какая-нибудь. Луна там стоит, допустим, за 50 метров от него. И так я перекину, блядь, Геншин, потому что вас не шотнет, а Малефицист шотнет. Он еще и в пачке с трэшем будет стоять. Его там зарубят нахуй за секунду. Поэтому перекинуть вихрь есть. Есть ситуация, когда можно перекинуть. Все, отчет на пол. 5, 4, 3, 2, 1. Не словите ни одного духа, убьем сразу. ИП много будет. 50 тысяч. Ну, блядь, 100 тысяч, если с этого трая убьем. Деленное на 10. Слышали, мужики? 10к ИП, ебанешься. На следующий трай на 2 делится. Не, а кто заруинит, тому 10 тысяч КП. Стволка есть, Акиса? Или КД? Ага, фулл баф по Акисе. Фулл баф. Трэш 3 секунды. Там ману как-то порегень. Кинь водикон по Акисе, Иннер, чтобы он порегенил немножко. Трэш бьем. Тут три приверженца, помогите, пожалуйста, нам. Контрольте. Следующий трэш 3 секунды. Нихуя, вы фуловый по мне этот тем въебали. А, лидер контроля. Трэш. Контроль 3 секунды, готовимся. Не шотнуть людей. Помогите три моба, блять, в звезде, нахуй. Ну помогите, сука. РДД вы там есть вообще или нет, нахуй? А так чё, 20 секунд еще можно бить? Чё ты переживаешь? Ну, чтобы они там не пошотали никого с ледяной стужей. Еще дохуя времени, все там нормально будет. Смотрите. Трэш. Секунда.
контролем. На стресс, рарник, вот 2 милика, блядь, которые могут вас всех разъебать. Вихрь еще обнови по ним, бурю ебанул. Отойдите от него, пить, он, блядь, ретрик нахуй, сейчас вас разъебет. Все нормально. Трэш 3 секунды. Стопаем. И еще чуть-чуть там 2 секунды побейте, все, стопайте. Лям с полтора лям. До ляма доведете. Трэш этот дергаем. Контролем людей. В звезде помогите сейчас добить, чтобы освободиться и бежать на босса. Все, помогите звезде добить. Все трэш, все РДД. Все, переводите 400 тысяч по боссу фулл ДПС. Первый напыл на Войда. Давайте Геру уже. За духами внимательно. Духи побежали, не запугал. Бежали из-за колонны, там бежит. Следующий на пулы на Евилашу. Контролем, дайте эфир людям. Духи побежали. Не хлопайте духа, просто, блядь, стопните ДПС и отбегите от зеленого говна. Духи побежали. Давай, ты 4 Евилаша. Побежали от леди. Духи там. Все, напылы на Евилашу. Еще разок. Spirits. Духи в центре побежали. Убегите. Следующие духи. Секунда. Spirits. Духи побежали, ушли от лестницы. Бежим. Сову зафиряйте. Бурябай, давай массакру, попали духи. Теперь напылы на Войда даем. Зеванди, срез и Рависта. Сразу щиток ему Генши. Духи побежали. На Войда напылы все, пока босс на меня не сядет. Побежали от леди духи. Духи на леди. Скидывайте агро там, Воман. Побежали возле леди духи. Побежали. Притом по трэшу свечайся. Контролем людей. Все забрал. На Войда еще один наплыл, следующий на Вилашу все. Синтек, рез и два носка. Сразу щиток ему дайте, чтобы не убило. Духи, бегите в центре. Так. А Гера была? Была. Да. Вот, блять, духи, бегите, вот вы сдохли 7-8 человек, нахуй, от духа, 6. Бьем. Вадикон, кто там больше всех? Носка захильте, Вадикон взятого ресы. Бегите от духов, сука, иначе вы хуй когда убьете этого босса. Контролем, бежим. Побежали духи. Бидон, вставалка есть? Вставай, щиток бидону, сейчас он выйдет с контроля, дай щиток бидону. Ставь тотем, Геншин на ману. Пэса тоже. Пэса дай на ману. Пэса дай на ману. Если есть. Взятый ты стал опять сдох, да? Mm-hmm. Духи, бегите. Убейте моба щитом. Бы заебись, чтобы вы только в шестером, сука, не лежали, нахуй. Духи побежали отсюда. Прям возле леди духи. А кто бьет? Ребят, дух кастует около левой колонны, убейте его, у него щит. Мистер и Притон на постоянку на духов. Ой, на трэш свичнулись. Так, я и так на них. Ты 4, да, давай. Притон плюс. Че там до берсы? Пробуем еще. По боссу все стопните, залейте трэш. Нет, тихо, блядь, мистер, не лезь. Ну, там... Танка сложила, молодцы. Там все уже, нахуй. Вот. Не, ну мы пол хп оставили. Это залупа. Это не вы оставили, а оставила... 6 человек, нахуй, а 6 человек ДД лежали. Из-за того, что хлопнул кто? Холи Дринк. Холи Дринк, это протопал. А Бидон и вот этот вот
имя имен это в конце, да? Там вред пишет, кто взорвал. Виновный. Я говорю, бидон, имя имен это в конце выхлопнули, когда мы уже ложимся или нет? Бидон. Ну, я не убирал. Не знаю. Но за мной точно меня дух не это. Бидон не отбежал. Два раза побежал. Ну, это холидринг, бидон. Это в бою было. Так вот оно и есть, нахуй. Сначала, блядь, срезайтесь. Ну, сейчас подумаю. Но стресс умер от взрыва. Виноват. А, холидринг нас убил. Ну, вот вы шестером лежите, чилите, а в это время, блядь, мы до половины босса доводим. Вот если Костя, вы не будете хлопать. Как случилось? Устали, наверное. Устали, конечно. Ну, завтра еще продолжим. Сейчас у нас часик еще есть. Давай 5 минут перекур сделаем, ребят. Идите, блядь, прилягте просто в потолок, посмотрите немножечко. Подумайте о смысле жизни. Да, подумайте о смысле жизни. Кто ластрай? Ластрай, еще идти надо, Костя. Полидринг, да. Хуёво. Что там есть, то на замене? Ментальность надо прокачивать, конечно. Карга, ты тут? Разлагал? Шестой лог будет, если, мне кажется, блядь, СС-ами закидаем просто босса. А? Давай этот рарник в танка тогда. Лидринг и почили. Этот трай еще могу. Рано еще ты. Точно успеваешь? Ну смотри. Да. Давай еще трай тогда. Ставь ребёху. Кость, что такое? Это заслакало? Темную случайно кастанул, снимите. А можно он на чужого духа? Бежал за второй пачкой трэша и как раз на духа напорол. На чужого духа можно напороться? Нет, нельзя. Можно через него пробежать, нахуй, вместе с ним за ручку побегать. Мурависта поменяй. Рависта поменять? Нет, пишет, он уже пишет заменить ему, надо помочь-то. Ну, рейча. Блядь, а в чем прикол кайфуна в ПВЕ? Это пиздец какой-то, каждый, блин, контроль совы, это ебаный кайфун в лицо, и его не законтролить нифига. Кстати, да, я сейчас еще откис от этого вот кайфуна. Блядь, ну иди, Равис, я тебе что могу сказать? Иди, хули, раз надо. Ой, ты зря ГП кидаешь. Мы еще ни разу ее не убили, а ты уже накидал ГП. Ну, так до духов мы сколько раз мы до духов доходили? Это нормально, да мы только сейчас начали. А что ты думаешь, когда убьем, типа, сразу надо кидать ГП? Так надо кидать ГП и сейчас, и потом все остальные траи. Тут бывают такие случаи, просто случайные, не подконтрольные никому. А тебя Дон выдает информацию, да, ну, там просто человек... Физически может не успеть убежать. Еще какие-то моменты. Ты просто по Дону смотришь, он поймал. А как поймал? Почему поймал? Тебя не ебёт, видишь, эти вещи невозможно все типа уточнять с каждым вот человеком. Поэтому я и говорю, пока у нас нету слаженной игры с этой леди, зря вот эти вот начисления ГП. Слаженная игра, знаешь, это вот когда вы в ТТГ на собаке вайпались, я вам говорил, встаньте так-то, чтобы вам бежать было меньше. Не 15 метров нахуй луж этих пробегать, чтобы вы хуй когда вы бежите, а 8 метров два прыжка сделать. Тут то же самое. Вот я стою, допустим, вот здесь, звездочка на мне, да? Я стою и вижу, дух появился. Вижу, он там возле ступенек появился. Так нахуй мне тогда бежать, нахуй, если я вижу, что он там. А если вот он появился, где вот тут вот Авилаша стоит, так я сразу отбегу, нахуй, и все. Ребята, я посмотрю, куда флот. Он бежит. Все, ты все, играешь флот. За ДК, все, за танк. Завалитесь нахуй, пожалуйста, блядь. Мы тут играть пришли, а не лес точить. Не, ну это сейчас жестко было. Кто там нахуй, кого там завалить? Что это сейчас было вообще? Ну это да, ебать. Это а, тело. Чё, алло, успокойтесь, тихо. Алло. Успокойтесь. Что это сейчас было? Да тихо, ПС. Тихо. Вы просто устали. Сейчас еще пару трайв дадим, или вообще вон рависта нету, он пошел мебель выносить. Мы заменили человека, да? Надо каргу сумануть. Какой-то лок ему в гости. Мне кажется, сейчас еще хуже будет, потому что вихря одного не будет. Минутку перекурю по фасту. Сорян.
Ты это, я прочитал, только я не понял немножко. Сейчас попробуйте мне помочь перевести. RL, ток, момент. Нет, нельзя. Можно не switch в мобов. Так. Слав, ну, Слав, правильный ответ. Подсказываю. Нет, нельзя. Ты сам-то им помогаешь, там треугольник, как я тебе говорил, а то я не смотрел. Не, они его шотуют без меня спокойно. Вот типа, видишь, они его шотуют за 7 секунд. Ты сам делаешь все, что хочешь, и показываешь им такой же пример. Так, я-то делаю, что хочу, и при этом как бы все норм. Ну вот, а надо делать то, что просят, и тогда будет норм. Ну так вы делаете, что мы просим, мы на вторую фазу начали добираться. Так я и говорю, надо делать то, что прошу. Вы свичнитесь в моба и баните его, блядь, и все. И справа ты помогаешь, да, когда там три приверженца стоят? Нет. Ну вот видишь. Так, Слав, у нас первая фаза очень хорошо проходит. Мы сейчас ее идеально прошли. Я не свичился. Тут все хорошо в этом плане. Все понятно. Там как-нибудь это на других боссах разберемся. Это самое. Бонсай ты тут. И олд карга забафайте его. Я, конечно, извиняюсь про идеальные переходы. Вот эти вот у нас, по-моему, не было ни одной фазы без смерти еще первой. Вообще ни одной за все наши пулы. Четвертый пул все идеально переводит. Ну там люди себя убивают. Это бонсай. Не от нас зависит. Ну, блядь, давайте мы встанем на боссы будем, и не будем все этого себя убивать. Все будем босса ебашить. 5, счет. 4, 3. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я не могу прочитать это заклинание. Контроль 3 секунды. Диван, где срез его. Сразу иннер. Трэш вышел. Контролем. Трэш 2 секунды. Трэш 2 секунды. Контроль 2 секунды. Больше по боссу сейчас побейте на 5 секунд, там до ляма доведите.
Трэш секунда. Еще 3 секунды по боссу поиграйте. Все, стопайте. Трэш этот зергаем. В звезде помогите там. Все РДД сразу. Баните. Пока контроля нет. Сейчас контроль будет, стопните. Все, по боссу фулл ДПС переводим. Людей за контроль тебе переводим. 200 тысяч переводим. На пул и на войда. Как щит маны спадет, так на пул и на войда. Геро? Да, она. Да. Рассредоточьтесь сразу. Духи побежали. Моб заберите. Навела, что следующий на пулы. Духи побежали. Глаша, давай Т4. Контролим людей. Ай. Бежим. Крылья сдам сейчас. Дух. В центре дух. В центре пошел в миле. Духи побежали. Сядьте на трэш, Рарник умер. На трэш сядьте какой-нибудь. Вырубай давай массакру, духи побежали в центре. А БР есть? Дайте Рарнику БР. Вадикон, ресы Рарника. Сразу щиток ему дайте. Дух бежит в сторону босса. На пулы на войда даем. Два духа в центре. Духи побежали. Бежим от босса. Новые духи побежали. На пылы следующий на Эвилашу. Побежали от духов. Дайте что-нибудь на ману, пожалуйста. Два носка. Дух за трэшем. Контролим людей. На пул на Вилашу, пока на него босс не сойдет. Трэшем помогите. Духи побежали. СС раскидывайте там, пока мы достанете по ДЦшнику, дайте. Следующий на пулы на войда давайте. Духи бежим. Веди туда. Фанатика веди. Духи побежали. Ложитесь. Spirits. Бурибай взятый. Ну, я не видел, но если Адон пишет, значит взорвал. Я тоже, блядь, тот раз, первый день, когда собрались, тоже не увидел, блядь. Вообще в обычке. Я поплаваю уже. Да, это не так просто 4 часа сидеть. В общем, есть, короче, корректировка для второго танка, кто нас танчит. Он иногда фанатиков, когда держит, поворачивает их прямо в рейд лицом. То есть он, ну, не всегда спиной туда стоит к лестнице, а он их раз и разворачивает и идет в рейд потом. И они, короче, херачат по своим. Завтра собираемся также. 16:30. Примерно. Все, закончили упражнение? Ну, на сегодня хватит. Окей.
Можно минутку скажу? Вот мы, по сути, собрались для того, чтобы, ну, так скажем, вывозить, там, дальше двигаться по контенту. Ну, 50% времени мы чуть-чуть... О, Ира, весь. Вот это попробуем. Полчасика. Не, я и подал уже все отдыхать. Полчасика, это один трай только. Парни, не хочешь кто-нибудь в кару меня сводить? Вроде вредит. И шмотки заанролить на меня, да? Да-да-да, еще будет желательно там долгоного блять. Точно. О. Лес рук. Покидова. Пока-пока, Кость. Ну или за атом. Ладно, ребят, всем спасибо. Жаль, конечно, что только пришел, а вы уже все вялы. Но завтра обязательно получится. Да ничего, давайте завтра. Завтра запинаем. Да, переходим до половины, добиваем. Хотя бы какой-то сегодня прогресс есть. Сегодня до 55%. Войт. Осталось только духов не хлопать и все. Войт, чё? Не надо ГП был накидывать. Сними ГП, это освоение идет. Нет, ты... Ты даешь кнут, а... Да ты вы заебали за это ГП, отвечаю, блядь. Ну, если не давать ГП, вы так и будете нахуй. Вот смотри, вот смотри, да, во-первых... Там 1500 ИП. Это идет освоение. Это освоение? У кого оно идет, освоение? У кого идет? У кого освоение идет? Не, у тебя это освоение? У меня нет. Нет, а у других освоение? У кого это у других? У других. Тут с X2, 15 человек, которые ее убивают по КД, блядь. И убивали ее по КД, 10 лет играют. Но я не убивал на X2. Ну, так освоение у одного тебя идет, получается. Все остальные знают всю эту хуйню. Первый раз, но я ничего не заслакал, ГП ни разу не словил. Я вообще первый раз тут за все трое ваши. Я на циркуле 2 раза ее убивал, на циркуле. Я ЦЛК прохожу вообще 2 недели, блядь. Я впервые здесь нахуй. Или один раз, не помню. Не надо здесь ныть, все нормально. Я говорю, это освоение. Зачем ты кидаешь ГП людям? Я тебе еще раз, Ваня, повторю. Бля, у меня от вас уже голова болит. Если ты думаешь... Все, у кого там голова болит, это выключайте и звук. Не, если тебе нужно объяснять, почему я это говорю... Я тебе еще раз объясню. Почему не будет сниматься? Потому что один дух хлопает, лежит 7 человек. Что ты скажешь на этот счет? Какое это в пизду освоение, блядь? В обычке эти же духи, только их 2, блядь. Я тебе еще раз говорю, если бы мы убивали ее по КД, или там, ну не по КД, ну нормально бы убивали бы ее, базара нет. Но тут кто-то приходит и первый раз... Блядь, это такой интересный. Не надо там говорить. Можно вот эту хуйню, давайте не будем обсуждать. Типа, ну просто задают вопросы, я отвечаю на них. Что тебе не нравится, ты можешь послушать. Да в отдельной комнате обсудите, да и все. Пойдем сами в отдельную. Просто, пошли. Блядь, взятые, смотри, пошли в тупичок. Есть, блядь, люди, которые сидят и потеют, как суки, да, например, вот, блядь, а вы заходите половину босса, бьете эту половину босса, то есть бегаешь, блядь, там что-то прыгаешь, то есть, блядь, ну, не тупо на месте стоишь, понимаешь? И просто кто-то один, блядь, долбанулся в шары и не просто-напросто в духа, ну, взорвал, блядь. Все, сразу минус 7 человек, блядь. 6-7, блядь. И, как правило, там... Ты слышал то, что я в рейде говорил, что люди просто случайно попадали под это? Там просто не успевают они отбежать. Это сколько мы сегодня трая сделали? Я не считал, сколько трая. Вот, за эти трая я не взорвал ни одного духа. Не взорвал ни одного духа. При том, что это милишники, которым, блядь, сложнее, чем РДДшникам играть. Ну, значит, они не бежали на него. Бежали. Бля, это такие появляются. Интересные, пиздец. Ну, Ваня, ты... Ну, я не понимаю, что тебе надо? Почему? Ты себя жалеешь? ГП свой жалеешь или что? Причем не с меня, ты мне накинул 50 ГП всего. Ну, хуйня. Ну и все, а что ты тебе еще надо? Ты просто не понимаешь, ты кидаешь кнут, а пряник это еще не дал никому. Какой а пряник? Потом... Какой пряник должен быть? Ну, чтобы люди не приходили на это. Да похуй, делай, что хочешь. Люди не будут приходить на это РТ, потому что... Ну, тебе дали 2000 ГП, тебе дали 2000 ЕП. Ну, а сколько тебе надо, 10 тысяч? Ну, вот ты полтинник, вот смотри, ты лутанул полтинник и 2000.
Ну, если ты про... Ты же про... Нет, подожди, ты же говоришь про ГП. Да как не про это речь? Ты говоришь про ГП, блядь. Что людям накидывают, у них падает приор. При этом, блядь, люди, которые не слакают, получают приор выше. Потому что, блядь, они, ну вот, блядь, не прослакали нахуй, понимаешь? Все. Те, кто пришел, прослакали, получили, блядь. Хорошо, это ебаные духи, тебе Войд правильно все объяснил. Вот смотри, блядь, дослушай, дослушай меня, пожалуйста, я тебя не перебивал. Дослушай. Я перебил, когда я говорил. Ты это не заметил. Нормально было, да? Я с тобой вступил в диалог, блядь. Начнем с этого, нахуй. Блядь, думай, делай, что хочешь. Ну, типа, я тебе пытаюсь донести... Все, я не хочу об этом разговаривать. Я нахуй тогда ты начал это? Я никто не хочет слушать, у каждого есть... И не дают даже договорить, при том... Тогда тебе вот, объяснили, у тебя вот. Позиция какая? Еще раз, давай присоединим. Мне объяснили, позицию. Но меня не выслушали, не дали мне объяснить. Вот и все. Блядь, ты можешь свою позицию просто, блядь, в 30 секунд уложить нахуй? Это освоение, блядь, ну ты говоришь, твоя позиция. Это освоение, не давай ГП, потому что, блядь, мы ее не убиваем каждый день. Вот это твоя позиция? Он не договорил про то, что есть такие моменты, когда ты вышел с контроля, когда там тебя замедлило, когда ты там задрочил, засосал, муха в глаз залетела, и у тебя дух этот, или ты не увидел, или спиной стоял и так далее, правильно я говорю? Было на моих глазах, когда она кинула духа, человек просто не успел отбежать, он не то что стоял там, что-то слакал, он просто стал ломиться от нее, и он взорвался, а у него, естественно, там АУЕ, или там как радиус у него. Два таких случая было, с Акисой, с Бурибаем. Ну, прослакал, другими словами. Прослакал, там ну, хэлла... В смысле, РДД-хилы начинают двигаться, когда духи вылетают. Ты идешь в тот угол, куда дух не летит, чтобы ты мог там встать и бить трэш, либо бить леди. Духи далеко, если он даже на тебя пойдет, он ему придется всю комнату перейти. Но они пока что... Ты ушел от духа, ты прослакал. Когда в тебя кидает дух. Так он летит 1.5 секунды. Ты смотришь... Блядь, он... Кто-то что-то делает в этот момент. Нам что, блядь, беспрерывно смотреть на это? Я контролю в этот момент. Что мне теперь делать? Надо смотреть. Был один уже герой, который кричал, я и хилю, я и бегаю. Он получил свое ГП. Вы будете сейчас обсуждать то, что там... Конечно, будет себя в грудь, или вы захотите пофиксить эту хуйню и не попадать больше в духу. Короче, имя имен, это все, конечно, заебись, но вот представь себе такую ситуацию где-то в альтернативной вселенной, я такой начал скидывать, искать по списку людей, им по 50 ГП скидывать. Я что, совсем долбоёб, по-твоему? Мне что, делать нехуй? Каждый дух... Дело твое, я тебе объяснил то, что просто, ну, кто-то не будет уже приходить на это РТ, потому что... Да, блядь, пусть не приходят, ты хочешь не прийти. Потому что шмоточки не падают, блядь, а босс не проходится, блядь, потому что ГП лутается, и дальше те, кто не заслакали, они будут лутать шмоточки, блядь, а те, кто, блядь, заслакали, не будут, нахуй. Вот из-за чего весь срач, нахуй. Ну и все, и люди уйдут, которые играют здесь тупо за вещи, блядь. Ты как все, думаешь, для чего набран был второй рейд вообще? Именно для короче, этого я тебе дал совет, все, ты не выслушал его, ты не прислушался, дело ты твое. Ты знаешь, я всю жизнь людям ГП не... Я еще раз скажу, я всю жизнь людям ГП не начисляю до самого последнего момента. Когда уже весь рейд говорит, пора ГП начислять, вы будете хлопать до восьмого пришествия, нахуй, этих духов. Я и убивал... Не вы, а мы. Вы. Ты всегда с нами, и ты тоже косячишь. И все косячат, без исключения. Нету таких... А вот-то, ты о ком-то все время говоришь, хотя ты тоже косячишь. И говоришь вы, все, вы. Все весь мы. Рейд косячит, без мы исключения. Косячим. Мы. Ладно, ты нашел до чего доебаться, молодец. Я тебе еще раз повторю. За каждого духа будет ГП, потому что босс убивается только когда 0 хлопков духов. Вот и все. Тогда косты сбивай этому боссу. Чего ты не сбиваешь косты? Сколько она раз, блядь, стреляет по нам? Да она стреляет по-любому. Там сбиваешь каст, а потом есть автоматически у ней каст. Она бля, ебать. Стреляет. А вам что, нравится, да? Вам нравится, да, вот, блядь, про это все разговаривать после 3.5 часов траев? Вот да как бы не особо не нравится. А нахуя тогда? Ну а нахуя продолжать это? Объясните мне, пожалуйста. Просто есть какая-то надежда, есть какая-то надежда на то, что Ваня успокоится, но он не собирается успокаиваться. Если у вас есть какое-то предложение или пожелание, может быть, это проще на свежую голову, блядь, говорить, нет? А предложение пойти куда-нибудь в десятку? В этом рейде было оговорено и все. Собрать. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Я хочу донести ЦЛК. Есть желающие, нет? Какое ЦЛК?
Там у вас же Синдра плюс Лич остался. Синдра с Личом, блядь, да, все, там больше никого нет. Блять, я бы туда залетел на ДК, но у меня на ДК нет приходки, блядь. На маге мне что-то идти-то. Синдра с Личом. На следующий КД. Че, Рар? Она на следующий КД солится же. В смысле, солится? Ну, его можно принести КД без проблем, там, если что, я даже повешу, не вопрос. Типа.